Противостояние Ирака и Турции выходит на новый уровень. Багдад направил официальное письмо в Совбез ООН с просьбой потребовать от Анкары немедленно вывести войска с иракской территории. Их присутствие там названо вопиющим нарушением устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. При этом Ирак объявил, что оставляет за собой право принять все необходимые меры, чтобы прекратить турецкое вторжение и положить конец сомнительным амбициям Анкары. Иракский премьер, в свою очередь, призвал Турцию не путать желание Багдада сотрудничать в борьбе с терроризмом с вводом вооруженных сил без официального согласия властей страны. В Анкаре же в очередной раз заявили, что не выведут войска из Ирака. Президент Эрдоган вовсе назвал обращение Багдада в ООН нечестным шагом.